Nokia 6300. Замена разговорного динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6300». Разговорный динамик находится в верхней части телефона. Заостренным инструментом извлекаем динамик из корпуса. Сделать это очень просто, поскольку динамик намагничен. Обратите внимание, что в данной модели звук идет не напрямую на корпус, а через резинку. Новый динамик вставляем в предназначенную для этого нишу. Все, разговорный динамик заменен.